друзья, а также просто подписчики нашего YouTube-канала. Рано утром случилась ужасная трагедия с нашим любимым российским актером-телеведущим Иваном Ургантом. Всем известно о том, что Иван Ургант давно покинул Россию, так как его шоу закрыли. Сейчас Иван Ургант проживает во Франции вместе со своей семьей. Оттуда и пришла эта ужасная новость. Нам сообщают о том, что сегодня рано утром во Франции под колеса автомобиля попал российский актер-телеведущий Иван Ургант. Сейчас он находится в больнице, обстоятельства пока не уточняются. Мы можем только понаблюдать за развитием событий вокруг этой трагедии. Будем надеяться, что с Иваном Ургантом все будет хорошо. Не забывайте, друзья, что достать информации очень трудно, так как это другая страна. Будем надеяться на то, что уже завтра утром на нашем канале появится продолжение этого выпуска, и вы во всем узнаете. Подписывайтесь на наш канал, следите за новостями и будьте всегда с нами.